Всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня у нас вышло очередное видео, как вы видите, и будет оно посвящено такому прекрасному и замечательному продукту, как творог. Творог, как нам известно, есть разные жирности по производству. У нас есть 5%, 9% и, по-моему, 12%, кажется, или больше, я точно уже не помню. Извините меня, пожалуйста, слёжно прошу прощения. В общем, есть несколько видов жирности. Самое главное для нас в потреблении творога в определенные периоды, например, если мы на сушке, то мы употребляем нежирный творог. Если мы на массе, то нам, в принципе, все равно. Мы можем есть любой жирности творог. Вообще, жиры очень полезны, поэтому стоит употреблять на массе в пищу творог жирный. Почему нежирный творог не стоит... Вернее, почему нежирный творог стоит есть на сушке? К примеру, ну или найдите опять эта долбаная муха, ног кыш отсюда. Так, почему же его нужно есть на сушке? Дело не в том, что там есть жиры, и что некоторые особо такие индивидуумы думают, что если они съели жир, то он перерастет в их жир. То есть они ожиреют. Жир равно жир. Удивительная логика. Нет, не из-за этого. Нежирный творог и нежирные продукты едят на диете для того, чтобы понизить калорийность рациона. Дело в том, что если сравнивать белки и углеводы по отношению к жиру, в жире в два раза больше калорий. К примеру, на 1 грамм жира 9 калорий, на 1 грамм белка и углеводов 4 калории. Разница в два раза? Существенно. И если мы понижаем жирность своего рациона, соответственно, калорийность тоже падает. Но можно понижать и за счет углеводов, и за счет белков. С женским организмом, к примеру, там вообще жиры не стоит убирать. И в рационе должно быть приблизительно минимум 50 грамм жира в сутки. Потому что если женский организм вот это вот количество жира не получает, начинаются проблемы с гормонами. Соответственно, менструальные циклы либо, скажем так, отстрачиваются, либо вообще исчезают. В общем, и женщина чувствует себя не очень хорошо. Собственно, и мужскому организму тоже жир нужен для производства гормонов. Ну и не только гормонов, потому что для связного аппарата это очень хорошо, и для наших мышц это очень хорошо, и вообще жир он полезен. Так что жиры обязательно стоит употреблять в пищу. Сам же творог богат, кстати, на аминокислоты. Там, кстати, нормальное такое количество незаменимых аминокислот. Это изолицин, валин и лейцин. Сейчас даже посмотрим, сколько там у нас по количеству это всего дела. Я, конечно же, брошюрку вот эту вот на экране повешу, чтобы вы видели весь состав веществ. Но здесь у меня картинка не совсем жирного творога. Дело в том, что тут немножко жира все-таки имеется у нас, белки, жиры. 0,6 граммов жира, ну, это, в принципе, ни о чем. То есть, так себе. И, как правило, в нежирном твороге приблизительно где-то 18 граммов белка. Здесь у меня получается таблица с 22 граммами белка. То есть я в наших краях такой творог не встречал. Возможно, у вас где-то там такое есть, не знаю. Но это хорошо, наоборот. Чем больше белка, тем лучше. Здесь у нас получается валина у нас 990 миллиграмм, это почти 1 грамм. Изолицина 1000 миллиграмм, это 1 грамм БЦА. Аминокислоты, и лейцин у нас аж 1850 миллиграмм. Это у нас содержание на 100 граммов продукта. То есть, употребляя 100 грамм творога, мы фактически получаем очень много всего, целую кучу аминокислот. Тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 аминокислот, из них которые 3 незаменимые. Это очень-очень и очень хорошо. Также содержание у нас здесь минеральных веществ целая куча. Ну и витаминов тоже хватает. Здесь вообще творог богат витаминами В. Их тут прям целая куча. Но это не удивительно, потому что белка много. А он как бы тоже там из них состоит. Так что творог это очень хороший, ценный продукт. И я, когда сидел на диете в этом году, съел невероятное количество творога. Я, блин, за всю жизнь, наверное, столько не ел, потому что у меня творог в этот раз был на первое, второе, третье, на десерт, утром, в обед и вечером творог, ночью творог. Короче, творога, блин, просто пипец было в магазине. У меня здесь через дорогу я опустошал все запасы нежирного творога, все забирал. Потом они просекли тему. Я заметил, что поначалу его было там несколько пачек, то есть немного.
потому что я брал там, и мне еще приходилось еще идти в другой магазин брать, потому что я его много брал. Вот, и там уже начали завозить прям так нормально, мне даже не надо было куда-то ходить еще. Короче, весь творог этот я забирал, и на меня уже в магазине так смотрели, куда вы столько творога берете? Ем, конечно же, куда я уже беру? Нет, блин, с крыши бросаюсь, беру и бросаюсь творогом. Что мне делать, нечего. Ну, такие развлечения у меня, творогом бросаться с крыши. По машинам, по людям, че уж там. Вот. Так что творог это очень ценный продукт с точки зрения аминокислот и витаминов группы В. И есть еще, кстати, такая этот самая особенность, что в молочке есть лактоза. Лактозный сахар не у всех хорошо усваивается. У вас может быть от него вздутие, тяжесть в животе, метеоризм и всякое. В общем, неприятные вещи в кишечнике могут твориться. Поэтому вам, возможно, творог и нельзя. Тут как бы тоже, ну... Это индивидуально, не у всех, конечно же, проблемы с лактозой. К примеру, они у меня раньше были, но из-за диет, на которых я постоянно сидел, сейчас у меня проблем с лактозой, кстати, нет. Вот уж интересно, да, поменял свой рацион, блин, и, видимо, поменялась микрофлора. Вот, и, собственно, проблем с молочкой у меня сейчас вообще никаких нету, я могу спокойно пить молоко, сывороточный протеин тоже с лактозой без проблем заходит, то есть никакого вздутия тебе, ничего нету, то есть все замечательно. Вот так вот, бодибилдинг, с одной стороны, тяжкое такое бремя для спортсмена, и тут же как бы диеты тоже помогают решить некоторые вопросы с пищеварительным трактом, с ЖКТ. То есть можно избавиться от гастрита, можно избавиться, блин, от непереносимости лактозы, стоит поменять свой рацион, как тут же все налаживается. Ну, тут тоже есть свои сложности, поэтому нужно как бы все это дело практическим путем лапать, щупать, пробовать, что там подходит, что не подходит, что нужно исключить, что добавить. Это уже как бы тоже сами разбирайтесь, потому что тут как бы... Все индивидуально, и если есть кто-то, с кем можно посоветоваться, с кем можно списаться, поговорить, пообщаться на эту тему, то обязательно общайтесь, потому что опыт это всегда очень сильно решает. Так что творог обязательно кушаем. Это очень хорошая вещь как на сушке, так и на массе, потому что там, как я уже сказал, много аминокислот, и это вообще очень такой качественный белок. Что касается по поводу натуралов, те, которые там не приемлют денатурированные продукты, типа там протеин, там еще что-то. Ну, творог это тоже денатурированный продукт, потому что творога в природе нигде не существует. Вот. И творог это, по сути, тоже пищевой концентрат, как и протеин. Ну, или гейнер, или что-нибудь еще, неважно. И если пересчитывать на стоимость, к примеру, если мы берем килограмм протеина нормального, это приблизительно где-то... Гривен 400, это я в гривенах говорю сейчас, в рублях это где-то около 1000 рублей за 1 килограмм протеина. То если брать сухое вещество, например, белок, и пересчитывать на количество там, протеина, да, на килограмм, чтобы у нас выходило где-то 900, ну, там, где-то 720-800 граммов белка на 1 килограмм веса, то по стоимости оно, в принципе, то на то и выходит. Поэтому я почему говорю, что... Как бы не надо исключать протеин, пищевые добавки из своего рациона. Ну, по крайней мере, если у вас нет проблем там с ЖКТ, как уже говорил, с лактозой. Но даже если они у вас есть, кстати, протеины сейчас изготавливают из разного сырья. Есть яичный протеин, есть говяжий протеин. Говяжий протеин, кстати, классная тема, уже пробовал. Если у кого проблемы с лактозой, можете употреблять говяжий протеин. Также есть такие производители, как Островид, по-моему, Биотеч и Макслер. Они производят протеиновые смеси с маркирацией Lacto-Free. То есть там лактозы нет. Это максимальная очистка, ее тупо убрали, оставили один сывороточный белок. Вот этот белок вам можно, потому что там нет лактозы. Вот. Что-то я, блин, потерял ход мысли, елки зеленые. Короче, по поводу разговаривал денатурации продукта и по поводу ценника. То есть по цене оно одно и то же выходит с протеином. В принципе, нет смысла исключать пищевые добавки из своего рациона. Я, к примеру, добавлял протеин в творог немножко для вкуса.
потому что также вкусовых этих самых то особо и нету. Можно, конечно, кинуть там банан, что-то там, творог, но на диете как бы тоже много углеводов нельзя. И приходилось как-то выкручиваться. То есть примерно на 200 грамм творога я кидал 1-2 столовые ложки. Блин, сейчас батарея на рекордере сядет. 2 столовые ложки протеина. В общем, очень полезная штука, рекомендую обязательно к употреблению. Есть его можно в намазе в неограниченных количествах, можно кушать жирный, нежирный, какой душе угодно. На диете обязательно кушай нежирный творог. Также, если у вас есть проблема, допустим, бытует мнение, что от молочки может заливать. Да, есть такое, но это тоже, опять же, от лактозы. И я заметил, что от творога, от самого, не заливает. Заливает именно от чистой молочки, от молока именно. Так как там структура несколько иная, творог как бы концентрированный продукт, он уже прошел определенную обработку термическую бактериями, то есть они там все это дело переработали, и оно там в несколько ином виде, поэтому от творога не заливает, а от молока заливает. Так что учитывайте эти моменты, если у вас в принципе нет никаких проблем с молочкой, то, блин, творог — это просто очень хороший, качественный продукт, и его стоит обязательно кушать для того, чтобы построить качественную мускулатуру. Я не говорю, что там, допустим, вы не сможете построить мускулатуру, если не будете есть творог или что-то там. То есть все должно быть в комплексе. Должно быть в рационе всегда разнообразие. Должно быть мясо разных видов, рыба обязательно. То есть все должно быть вот такое из разных источников, чтобы мы максимально получали вещества отовсюду. Не нужно есть однообразные продукты, потому что это тоже не очень хорошо и может ударить рано или поздно по здоровью. Поэтому у нас должно быть разнообразие. Вот. Но творог, как я уже сказал, это очень ценный, качественный, хороший продукт. Поэтому обязательно его стоит употреблять. И можем, кстати, обсудить этот вопрос в комментариях. Можете даже мне в личку написать, там, ВКонтакте. Мы можем пообщаться на эту тему, если у кого есть какие-то соображения, советы и так далее. Можем это дело обсудить. Так что вот такое вот у нас сегодня коротенькое видео было, постарался уложиться. Это у меня, кстати, второй дубль. Первый дубль я снимал аж натрендел на целых полчаса, было очень много воды. И я обнаружил, что у меня вдруг камера не писала, поэтому пришлось переснимать. Вот такое вот у нас видео про творог сегодня было, так что обязательно жмем пальчик вверх, жмем на колокольчик. Подписываемся на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, до новых встреч!